180-летию железнодорожных путей России в Ульяновске состоялось открытие обновленного вокзала Ульяновск-Центральный. Обновили фасад здания и кровлю, установили новые окна, выполнили работы по модернизации освещения и благоустройству. И это только первый этап работы. Третья часть будет посвящена строительству новых транспортных магистралей внутри Ульяновской области, в том числе и возможность создания высокоскоростных таких вот пригородных дорожных таких вот перевозок. Мы искренне надеемся, что нам тоже удастся убедить наших партнеров и наших инвесторов, чтобы у нас появились пригородные сообщения, которые будут позволять, например, из города Ульяновска до города Димитровград доезжать в пределах буквально 30 минут. Завершившиеся ремонтные работы – это лишь начало по реконструкции Ульяновского вокзала. Однако, как надеется начальник Куйбышевской железной дороги филиала ОАО РЖД Рашид Сайпаталов, после всех работ вокзал войдет в число наиболее комфортных для пассажиров российских вокзалов. По крайней мере, для этого будут приложены максимальные усилия.